Беларуси намолочено более 5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Это более 78% культур. Параллельно идет и заготовка льна. На сегодня северный шелк вытереблен на 88% площадей страны. Заготовлено около 17 тысяч тонн. После уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур убрано соломы почти на 50% к скошенным площадям. Идет подготовка почвы, подсев урожая 2024. Качество образования на контроле. В Беларуси работает горячая линия по вопросам содержания учебников для начальных классов. КГК сегодня принимает звонки на короткий номер 191. Если сомнения вызывает доступность изложенного материала или есть трудности для его освоения школьниками, обращение зафиксируют и проверят информацию. Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 18 августа с 12 ночи до 6 утра. В указанные промежутки времени возможны перерывы в обслуживании держателей карточек, которые оплачивают товары или услуги через интернет. Бобруйск Агромаш планирует нарастить поставки сельхозтехники в Узбекистан. В среднеазиатских республиках самые востребованные модели – тракторные прицепы для перевозки хлопка, почвообрабатывающее оборудование, машины для внесения органических удобрений и кормозаготовительная техника. Предприятие делает акцент на расширении данной линейки. До плюс 34 градусов. На 16 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная, ночью 15-21. Максимальная днем 28-34 тепла. Медики, в свою очередь, просят соблюдать питьевой режим и носить головные уборы, постараться не выходить на улицу без особой надобности с 11:00 до 17:00. Это время максимальной солнечной активности.